брещане, сами того не понимая, позволили Брестке, Борисовскому Бате играть сейчас в футбол. Да, вот повтор этого эпизода. Филиппович просто шикарно подсуетился. Не видел его брещанин, он из-за спины выскочил. Кто же там ошибся? Кто же ошибся? Сразу не заметил я. Еще бы один повтор, чтобы увидеть игровой номер этого футболиста, из-под ноги которого мяч выбил Филиппович. Вот, вроде бы это, да, это Павел Нехайчик.